Штурм одесского главка показали в эфире почти всех не только украинских, но и российских телеканалов. Московские журналисты отмечают, такие кадры совершенно нетипичны для обычно спокойной и жизнерадостной Одессы. Давай, пацаны, демократию, давай! Так, отбросив шутки в сторону, толпа из сотен одесситов всю ночь осаждала здание областного УВД, пытаясь освободить из него своего лидера Игоря Маркова. В Москве Игоря Маркова без тени сомнения называют единственным оппонентом Януковича и жертвой ассоциации с ЕС. Представитель русскоязычной Одессы выступил с открытой критикой президента. Попытка затащить Украину в кабальное соглашение об евроассоциации – это полная сдача национальных интересов. Санкции последовали быстро. Маркова лишили депутатского мандата, а вчера вечером задержали. Примерно так же оценивают ситуацию и журналисты телеканала «Россия». После ареста Маркова в эфире федерального канала каждый день выходили сюжеты о развитии ситуации. Телеканал назвал лишение Игоря Маркова мандата сомнительным, а его арест – политическим. Ранее Маркова за несогласие с еврокурсом Януковича лишили в Верховной Раде депутатского мандата. В случае с Игорем Марковым – типичная политическая репрессия и пример избирательного правосудия. Как раз то, что так не нравится на Украине Евросоюзу. Маркова называют последовательным борцом за евразийский вектор развития. Он остался верен своим принципам, за что и поплатился. Официальная Москва сразу же отреагировала на арест Игоря Маркова. Назначенный на ближайшее время визит в Киев российской парламентской делегации отменен, а Госдума потребовала освободить одесского политика. Депутаты Госдумы сегодня потребовали от Украины освободить одесского политика Игоря Маркова. По мнению наших парламентариев, его арест вызван местью. Партия «Родина», которую возглавляет Марков, выступает за присоединение Украины к таможенному союзу. Сама Одесса тем временем кипит. Марков здесь политик номер один. Не состоится и намеченный на конец октября в Киев визит нашей парламентской делегации во главе с Сергеем Нарышкиным. Говорят, из-за того, что в ночь на среду в Одессе арестовали лидера всеукраинской партии «Родина» Игоря Маркова. Интерес к событиям вокруг ареста Игоря Маркова в российском информационном пространстве не утихает. Виталий Милевич, Анна Левченко, телекомпания АТВ.